Все, ребяточки, вот город. 9:00 вечера, 8:30 вечера в Брянске. И он такой вот шумный еще. Вот такой красивый. Вот такой в огнях. В общем, город нас вообще преобразился. Мне нравится гулять по городу, по вечернему городу. Гляньте, как красиво у нас, какой красивый центр. Мельница, торговый центр. Вот я раньше ездила в Москву, приезжала, вот видела вот эти огонечки. Мне настолько вот прямо привораживали, завораживали они. Я сейчас люблю на них смотреть, вот на эту вот иллюминацию. В общем, настроение прекрасное, но жалко, что лето кончается. Как-то оно пролетело быстро. Сегодня 28 августа, день Успения Божьей Матери. Всех с праздником поздравляю. Желаю всем здоровья, защиты Божьей. И повторяйте молитву. Богородица, Дева Радости, Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Якус Паса родила, есть и души наши. Вот сегодня такой праздник великий. Я сегодня повторяю эту молитву, ее каждый день повторяю. А сегодня особенно, с особым чувством.